прошли. КПП, аллея. Первым год, несколько год, Гоша работал здесь как официант. Ага. Это рекрутка Палма. Ага. И сейчас аллея сувенира. И много ресторанчиков. Вся аллея, сувениры, рестораны. Да, все, да? Все хочет. Да, да. Все хотят, кто хочет продать кушать, кто хочет продать сувениры, хочет продать лимонад или то, что соду леда, мороженого. Ну, аллея сама ведет ботанический сад, да? Так, да, 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 да. Так, друзья, двигаемся по аллее, которая ведет ботанический сад. Отъехали, точнее не отъехали, сейчас находимся в городе Балчик. А вы где живете? Не успел я попасть в кадр, но это не страшно. А? А, я хотел, они фоткали, хотел в кадр попасть. А-а-а. Но у нас тут свое кино, так что все нормально. Да, с двух сторон, со всех сторон рестораны, рестораны, рестораны. А здесь вообще цены как на рестораны, дорогие или нет? Не, не. Нормальные, не, да? Нормальные. Ага. Нормальные. Здравствуйте. Как? Девчонки, откуда? Откуда сами? Украина. Украина? С какого места? Подожди ты. На девочка? Что делать? Я буду бесплатно. Для одной бесплатно, а остальным надбавка 20%. Я так уже думаю, что у меня не одета. А с какого города с Украины? Киев, Днепр. Киев, Днепр. Донецк. Отлично. Давно здесь? Нет, когда? Сколько минут? Минут? Второй день. Нормально. Что, всего хорошего вам тогда. Смотрите anzor.tv. Да, да, серьезно, смотрите. Так, друзья, мы чуть-чуть опередили события, скажем так. Поэтому возвращаемся на место. О, майки, футболки, СССР. А? Это там написано «Ракия». Ага, «Ракия», да? Это болгарский самогончик. Ракия — это болгарский самогон? Да. А, рак, ракия, ракия, рака. Я тебе дам вечера попробовать. Ракия. А? Ага. И Наталис тоже попробует. Да, мы просто безалкогольные. А, не, я бы дам чуть-чуть. Да. Нет, на рюмочку, на пол. Рюмочка попробовать только, да? Да, да. На пол рюмочка. На пол рюмочка. Потому что моя ракия и так. Больше 48 градусов. Ничего себе. Это вы ее делаете, да? Да, ты ее делаешь? Самая. Ага. Самая. Нормальная ракия. Да, да. Не слабая. А безалкогольная бывает ракия? Какая ракия безалкогольная? А из чего делаешь ты ее? Бери! Так. Какие-то собаки. Песики злые. Что, Тузик, что-то не порвали тебе, да? Приколы. Ага, так, друзья, сейчас узнаем, что у нас. Ботанический сад, сколько стоит? Да, молитесь сега. Сейчас спросим, узнаем. Ну, 10, в принципе, так. Так, насколько я понимаю, 10. А, нет, 2 лева или что-то, не пойму. 10 лет. 10. А, 10 возрастный. Дети, да, ага, дети. Студенты есть? Нет, студенты нету. Чиндрен, ага. В общем, друзья, вот такие вот цены. 2 лева. А вот это что такое? Возрастный. Что? Возрастный, что значит? Взрослый. А, взрослый. Сезонный билет за вход при многократном премии Вани. Ага. Если, ну да, да. Получается на 5 дней. На 5 дней, я скажу. Тоже 10 лев. Покупаешь 10 лев и 5 дней. А почему 2 лева написано? Ну потому что 5 раз. А, 5 раз типа ходишь. В любом случае 10 лев. Ну да, как он и объяснил. Мерились. Отлично. На кого? 4.
и половина. Интересно, и сам парк большой? Друзья, в общем, вот такой парк. Сейчас мы подумаем, входить в него или нет, потому что это нам надо, ну, в принципе, денег немного тратить. Сколько получается? 10 евро всего, да? Но сейчас подумаем, просто сюда зайти или дальше пойти, зависит еще от нашего количества батареек, которые у нас заканчиваются.